Вот так сейчас некрасиво выглядит лаванда. Необходимо сделать обрезку. И можно посадить черенки сегодня же. Я этим и займусь. Вот прям буквально вот так коротко. Она образует шарик потом. А то выглядит сейчас очень некрасиво. Вот так сейчас мои кустики выглядят после обрезки. 4 кустика, это я из семян выращиваю. Нарезала я черенков такого размера. Подготовила луночку. Опускаю в укоренитель и высаживаю. Черенков много нарезала, поэтому много и посажу. Посадили, обжали. Вот так. А сверху прикрываем бутылкой и присыпаем все укоренение. Так она у меня будет стоять до следующей весны. Увлажнять надо, не забывать только. Вот так это выглядит. Рядочком сделала. А это гибискусы я таким же образом укореняла. Вот они здесь стеночкой будут рядом с лилиями.